Всем привет, всем здравствуйте! Сегодня у нас баклажаны. Вот такие вот румяные, красивые. Буду очень благодарна за лайк и подписочку. Приятного просмотра! Для самых вкусных баклажанов нам сегодня понадобится 1 баклажан, 1 зубчик чеснока, немножечко сыра, моцарелла, 2 яйца, сухари. Ну что, начинаем? Яйца нужно посолить, поперчить. Я добавлю еще красную паприку. Есть соль и тертый черный молотый перец. Все нужно перемешать. На чеснок добилки в сыр выдавим 1 чеснок. 1 зубчик чеснока отправляется в сыр. Есть. Теперь можете либо просто перемешать, но я добавлю еще ложечку майонеза. Буквально добавила 1 ложечку майонеза. Этого вполне достаточно. Отставляем в сторону. Баклажан нужно нарезать тоненькими дольчиками. Старайтесь тоненько. Вот как-то так. Очень тоненькая долька. Теперь баклажан можно посолить с одной стороны. Буквально немножечко. Много соли не солите. Буквально чуть-чуть. Вот так. Красота. В отдельную тарелочку насыпаем сухари. Так. Отправляемся к плите, будем обжаривать. Разогреваем сковороду. Я наливаю подсолнечное масло. Масло не жалейте. Сковорода у меня на девяточке. Окунаем наш баклажан сначала в наш замес из яиц и специй. Так. Затем сухари. Как только разогреется сковорода, будем обжаривать. Работаем конвейерным путем. Итак, ребят. Обжарили все наши цукиники. Вот это вот у нас первый такой один маленький завертыш получился. Что я делаю? Я беру немножечко нашей заранее подготовленной намазочки, кладу его на наши цукини и заворачиваю. И получается вот такая вот прелесть. А также я вам предлагаю обжарить тостовый хлебушек. Разрезать нашу цукининку. На тостовый хлебушек кладем наши цукини. Немножечко нашего замеса сырного. И помидорку. 2. Посмотрите, какая красота. Высыпаем все сухим укропом.
подаем к столу. Наиприятнейшего вам аппетита. Буду благодарна за лайк и подписочку. Спасибо, что в этом ролике были со мной. Всем до новых встреч. Пока!